ролик прекратили. Привет, Дмитров. Ну, сейчас, ребят, расскажу, сейчас все увидите сами. Так, смотрите, какая тема. У нас, значит, жаркие дни, сухие. Никто ничего не поливает. Деревья, как говорится, ни слова не скажет, умирают стоя. Сейчас я покажу специально для администрации, что я чистую воду здесь налил, купил чистую воду, чтобы не было потом базара, что я тут что-то тут налил, какую-то ерунду. Чистейшая, свежая, холодная вода. Речь идет о... Пойдемте. На, я считаю, что на испытание или на муки. Но самое это интересное и самое поганое, самое подлое, то что эти яблони никто не поливает. Вот сейчас еще постоит жара неделю другую и все, и они все погибнут. Поэтому, алло, Дмитровское благоустройство, вы видите, да, что вы должны делать? И никакого пиара здесь нет, мне плевать на этот пиар, уже надоело на это смотреть, на ваше безделье вечно, ничего не делают. Пиар, блин, какой пиар, не надо никакого пиара. Пиар. И экология, где тоже, вся экология дмитровская. Сейчас дальше пойдем по деревьям. Сколько воды хватит, буду поливать, потому что иначе деревья погибнут. В любом городе идет полив зеленых насаждений. Мэр города, алло! Конец первой серии.